Ну что, Макс, наконец-то мы добрались до конечной точки нашего путешествия. Где мы сейчас с тобой находимся? Мы находимся непосредственно в Аркаиме. Наконец-то. И сейчас стоим на, как это у нас называется? На помосте. На момент внешней стены, да? Да, на внешней стене оборонительного сооружения. Как впечатление? Здорово. Здорово. Но... здорово, но ветрено. Ну, ветрено, степь, конечно. Нет, понятно. Слушай, интересно было бы самому 4000 лет назад попробовать? Наверное, да. Ну, как бы я не задумывался бы 4000 лет назад, если бы я не знал того, что, да, я из где-то. Это было бы как данность. Сейчас-то, естественно, с высоты наших лет. Ну, я согласись, действительно, вот отсюда с помоста хорошо видно. Да, вот эти обваловки две. Нет, на самом деле, я думал, будет хуже будет. Снега больше будет, погода более противная. Менее теплая. Вот. Но порадовала и погода. В общем, повезло. Да, вполне. И походить сейчас можно будет. Центральная площадь, она, да, видна. Сейчас, да, все походим, поснимаем. И вон горка-то, конечно, интересная. Я не помню, как ее называют, но вызывает ощущение искусственности. На отвал, походу. Ощущение искусственности. А нету такой, гипотезы, что это был просто как большой завод, а это уже такой. Ты знаешь, тоже есть такие гипотезы, что Аркаим, здесь не просто люди жили, а это именно был металлургический центр. Нет, ну не металлургический центр, а центр ремесел. То есть мастеровые люди здесь жили. То есть, грубо говоря, знаешь, что такое? Ну, выселки. Да, ну, выселки. Да, выселки. То есть здесь у них. А плюс это место еще, я так, опять же, как историки говорят, место торговли. То есть здесь сходились разные пути, происходил обмен товарами, если надо там коней подковать, если надо там купежи какие-то сделать, там оружие выковать. То есть вот как бы такой универсальный центр. Мы как раз и что-то добывали, что-то из этого делали. Может быть. Понимаешь, это вот история, это такая наука. Вот ты сам, два дня назад слышал. Да. То есть гипотез, быть может, очень много, но какая из них более-менее достоверная, это опять сами же ученые между собой спорят. Потому что... у каждого ученого своя самая достоверная. Это я, да, так подозреваю. Ну что, походим, посмотрим сейчас, наверное. Конечно. Познакомимся поближе с Аркаимом. Конечно.